Что касается поддержки лиц с ограниченными возможностями, как называть, инвалидов, в России, слава богу, начали много делать для того, чтобы эта тема была народу близка, чтобы больше людей обращали на это внимание. В частности, вот Паралимпийские игры, которые были проведены, это хорошее напоминание обычным людям о тех, кто живет с ограниченными возможностями. Но, к сожалению, таких мероприятий проводится крайне мало. И люди зачастую не обращают внимания на тех, кто живет там, что греха таить, в соседнем подъезде. Что касается того, как это происходит на местах, ну, допустим, в обычных администрациях сделали пандусы для инвалидов, а двери для того, чтобы они могли туда заехать на колясках, остались обычными. То есть очень много на местах делается ради показухи. И надо с этим бороться, надо действительно повернуться к этой проблеме лицом и уделять больше внимания. Потому что в Европе, там, в той же Америке, этой проблеме уделяется много внимания. Действительно, для людей с ограниченными возможностями, они чувствуют себя обычными людьми и могут попасть в любое заведение, в ресторан, в администрацию, на прием не только там, к президенту, да, как говорится, но и к своему мэру или губернатору. У нас этого, к сожалению, пока нет. Я уверен, что если будем продолжать в этом направлении, проводить подобные мероприятия, то в конце концов, жизнь наших инвалидов, она улучшится.